Здравствуйте. Вы смотрите программу «Вопрос эксперту» в студии Ильдус Насыров. Ильдус Насыров, начальник управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Минстроя Республики Татарстан. Я живу в коммунальной квартире с братом-инвалидом, которому являюсь опекуном. Условий никаких нет, из крана ледяная вода, потолок обсыпается, дому 70 лет. Поскольку кирпич обваливается, в стенах дыры. Опасаюсь, что при замене окна обвалится стена целиком. Расселять нас не собираются, обещают капремонт в 2018 году. Жить в таких условиях с ребенком-инвалидом невозможно. Пожалуйста, помогите, не знаю, что делать. Что касается ремонта, то управляющая компания обязана содержать дом в исправном состоянии, проводя текущий ремонт. Если в рамках текущего ремонта остаются невыполненные работы, то данные работы включаются в капитальный ремонт, который проводится в определенном законном порядке.